Да, я думал, что казус, безусловно, есть, потому что когда я думал, что это будет некоторые связанный текст, я думал, как все то, о чем я говорил, связано с моим собственным письмом. И тут есть, конечно, такая загвоздка, совершенно невротическая, что все какие-то сознательные последние годы я писал тексты, которые мне всегда хотелось сделать некими финальными, что это всякий раз должен был быть некие последние слова. И поэтому, естественно, я и так писал очень мало, и каждый из этих текстов или каждая пара из этих текстов перечеркивали предыдущие, потому что этих последних слов не может быть слишком много. Но постепенно мое собственное письмо становилось все более как бы анорексическим. Мне казалось, что эти тексты слишком отчетливо присутствуют в реальности, что они какие-то слишком плотные, слишком явные, недостаточно предсмертные. И поэтому я их все больше истончал. Постепенно они становились некими как бы скорее жестами указания на существование или, наоборот, отсутствие какого-то текста, который мог бы быть написан. И постепенно, конечно, это довольно кризисная стратегия, в которой я практически перестал писать, потому что, ну, уже ты наговорился перед смертью, дальше ты не умер, непонятно, что дальше делать. Но я ищу постоянно некие разные способы выхода из этой ситуации. Но то, что я решил читать сегодня, это два текста, последнее написанное мной стихотворение, которое написано лет пять назад, да, которое, я не знаю, лучше оно или хуже, но оно в каком-то смысле мне казалось как бы наиболее точным воплощением того, что я пытался в стихах сделать. И после этого я стал писать нечто, что я условно стал называть прозой, хотя понятно, что это довольно промежуточные вещи, не совсем поэтические, не совсем прозаические. Здесь я прочту тоже не совсем последний текст, но текст, который для меня в каком-то смысле тоже закрыл определенное письмо, после которого я до сих пор не знаю, что дальше делать. Но в этом моем прозаическом письме очень важно было именно измерение какого-то диалога, какого-то воображаемого сообщества, которое эти тексты создавали, какой-то постоянной адресации в них разным людям. И, конечно, в этих текстах были как бы заложена идея, что к ним можно ставить некие вопросы, поэтому если вдруг кто-то захочет о чем-то спросить, то я могу против обычной традиции такого рода мероприятий на что-то там пояснить и ответить. Пока я прошу, чтобы сначала прошу творение. Внеси в состав длины треск, перебор ключиц. Хочется посмотреть глазами жужелиц новых жриц квартир, как мы в ярости, истончаясь, расходимся на фрагменты кости, на участки кожи. И теперь я прочту текст, который называется «Гезамткунстверксомик». Эпиграф такой: яд бысть, но не удержан в персях китовых. М, атеист, марксист, слышит голоса ангелов. Они говорят по-немецки. Warum nicht, пишет он в любовном СМС. Оно попадает к нам по ошибке, и рассылаем по кругу, мы повязаны отныне незначительным согласием. Страстная пятница. Мы сидим в чреве моей квартиры с ее желудочным декором.
На столе варенье из топинамбура, маркером радикальности общего детства. Чай из коки, намеком на незаконное сегодня, но и не случающееся веселье. Мы только разыгрываем его, невинно похабствуем, acting out resignation. Или начну с посвящения. Альми Фиш Зоун, чьи исследования смутно очерчивают водную территорию, о которой мне хотелось бы здесь рассказать. Я не знаю, как писать этот текст. Тут нет нарратива. Он был задуман, но не сложился. Умер. Его смерть маленькая и довольно одинокая. В том смысле, что выплеснутые на недалекие поверхности сгустки надежд остаются высыхать, не формируя ни моря, ни озера, ни сюжета, ни образа. Казалось, будет наоборот. Задуман текст, в котором колосится, волнами ходит семя. Представляя это буйство, говоришь себе «Остановись». Вокруг нет рыбы, ни одной рыбоньки, чьи перси примут тебя, вынесут из безнадежного потока. Ты утонешь в стыде и неприменимости своих слов. Сом, дельфин, кит, услужливая спина, мягкое чрево, бдительные усы не услышат твою любовную песню. Тыковки твоих проклятий лопнут в воздухе, и даже спина не оскорбит никого. Ты бормочешь это себе в драматические секунды, а вообще-то ничего не происходит. Один ты или несколько нас возобновляется теплая стагнация. Как маленькое советское животное, игольчатый орион и его друг, суетливый мещанин в лесу манишины любви. На берегу можжевеловой Ниневии мы пьем чай и ожидаем кар и кайфа. Окрашивая губы розово-блеклым цветом варенья чужой истории, разыгрываем плюшевый декаданс и жаждем выхода из круга. Кто установил этот круг? Темное чрево, настойчивые усы, ужасная спина. Папа, мама, Сталин, ты снишься не только в кошмарах, как чудовищный предел, положенный намерением, неизбежное становление, контроль предначертанного. Твоя слишком плотная тень преследует меня и наяву. Я войду в нее и утону. Мой рот откроется, хуй поднимется, рука поставит подпись. Я признаю смысл воспроизводства наличного. Время пройдет сквозь мое тело, и тыковки моих проклятий лопнут на солнце. Hail Juniper, колки, как мохнатые лапки, волосатые ладони. Кара, которую мы ожидаем с детства, и та не приходит к нам, оставляя в муке заданные недеформированные телесности, безнадежно способными к выполнению плана. Освобождение обречено. Я хочу только пить чай, разыграть стагнацию до конца и разыграть вас, мои большие демоны, растратить себя в тайне, чтобы не досталось ни одному целесообразному процессу, ни роду, ни параду, чтобы на багряном знамени порядка оказалось несколько моих капель семени, знаком изжитого, легкой чесоткой, пятном страха. М слышит голоса ангелов, и я жду искупительного голоса, спасительные руки, которые приостановят для меня принудительное течение мокрого праздника. Воды и все ваши волны проходят надо мной. Сом, дельфин, кит. Вы открываете рот, но единственный голос здесь мой. Просеивая пальцами на дряной песочек, я спрашиваю. Сталин, мама, папа, почему ты отнял у меня способность любить? Ворону нихт, складываю я руки и вижу рыбью улыбку изнутри. В чреве могут дать воду.